масштабный праздник, это праздник всей Московской области и всех пожарных России. Праздник 30 апреля. Сегодня мы празднуем в Московской области. В честь проведения этого праздника досталось городу Королеву. Ежегодно мы проводим в разных городах. В этом году мы проводим в городе Королеве. Здесь собралось все, можно сказать, пожарное сообщество нашей области. Мособлпас, и федеральные составляющие и так далее. Как видите, здесь представлены образцы как современной техники, так и техники, которые уже более 100 лет. Вот. Будет показ различных приемов элементов работы пожарных. Это тушение, это спасание с помощью различных устройств. Также дети смогут поодевать боевки, поработать со стволом, как работают пожарные. Итак, внимание, прыжок в куб. Вот так спокойненько, простенько человек, казалось бы, спускается с высоты 25 метров. На самом деле это очень непростое занятие. Это каждодневные тренировки.